Друзья, всем привет! Вчера забрал с почты свою новую камеру, экшн-камера Yaken H9R. Приобретал ее в основном для съемок под водой, для подводных съемок. Но сегодня ее распакуем с вами и сравним с теми камерами, которые у меня уже есть. Это CGCam 4000. Вот их две модельки. Но они, в принципе, одинаковые модели, но снимают почему-то по-разному. И вот тоже мое недавнее приобретение — Sony AS200V модель. Взял ее на Авито очень удачно за 5500 рублей. Считаю, это очень удачное приобретение — Sony AS200V. Вот. Но ей, к сожалению, под водой снимать пока нельзя, поскольку у нее нету плоской насадки, плоской линзы. А вот в этой выпуклой под водой все расплывается, и она не фокусируется. Вот это только для съемок на суше, в общем. Так, ну что, начнем. Распакуем, посмотрим. Пришла где-то она недели за две, за две с половиной. Так, вот она уже в аквабоксе. Ну, аквабокс стандартный, он подходит для всех вот таких китайских камер недорогих. Ну, в принципе, выглядит она примерно так же, как и вот эти камеры. Различается только надписями. Ну, на 4К можете не смотреть, там, соответственно, нету такого качества записи, это все фигня. Так, что у нас тут? Вот у них вечная вот проблема, мне не нравится в этих камерах, это вот эта задняя крышка. Она так с усилием открывается, меня это прям раздражает. Аккумулятор 1050 мА. Ну, на этих моделях такого аккумулятора хватает где-то на 50, ну, час 50 минут съемки. Так, идем дальше. Я заказывал самую простую комплектацию, без всяких допов. Так, дополнительные крепления. Вот страховочный тросик. Так, крепление. Это крепление на руль. Ну, в моем случае на штангу. Или можно на подсадчик крепить, если рыбалку снимаете. Так, винтик дополнительный. Всякие переходнички. Наклейки, присоски. Вот тоже очень полезная вещь. Переходник под штатив. Так, это у нас рамка, переходник, если вы без бокса хотите ее снимать. То есть можно прикрепить на грудь или на голову. Тоже один переходничок под штатив. И запасная крышка задняя для бокса. Ну, в принципе, стандартный набор переходников, которые идут почти с любой китайской камерой. Так, кабель зарядки фирменный. Из такого прорезиненного материала. Очень удобный, в принципе. И зарядка. Блок зарядки. Блок зарядки на 5 вольт, 1 ампер. Так, ну вот это вся комплектация. Так, и я смотрю, у меня получается здесь только один аккумулятор в комплекте. И даже нету зарядки к нему. Так, зарядки нету, да. Но это решаемое, поскольку я дополнительно заказал еще с Алиэкспресса два аккумулятора с зарядным блоком. Я вам ссылочку скину на него, поэтому, в принципе, это не столь важно для меня. Так, ну что, давайте включим, пробежимся по меню. Так, пишет, нету карты. Нету карты. Ну, карта у меня есть, сейчас ставим. Вот вставляю карточку на 32 гигабайта. Пишет 3 часа 16 минут запись при 1080-60 кадров.
Так, настройки. Так, у нас на английском. Сейчас надо русский найти. Формат, формат. Вот он, language. English. На-на-на. Русский. Все, есть. Так, посмотрим по настройкам. Так, размер видео. 1080-60 кадров. 720-120 кадров. Я так понимаю, замедленная съемка. 2,7К 30 кадров. 4К 30 кадров. 1080p 30 кадров. Ну, нам интересен вот этот. 1080p 60 кадров. Цикличная запись. Выключена. Печатывание даты. Выключено. Экспозиция на нуле должна быть, да. Так, что у нас дальше? Размер фото, серийная съемка, интервал съемка непрерывно, частота потока 50 Гц. Дата и время, звуки, поворот экрана, заставка, энергосберегающий 3 минуты. Поставим на минуту. Сброс настроек, версия. Ну все. В общем, в принципе, стандартные настройки, что и в тех камерах, что и в этой. Даже менюшка одинаковая. Ну вот, в общем, такая камера. Сейчас вместе с теми поснимаем. Здесь поставлю их в ряд и посмотрим, какая лучше снимает. Сделаем сравнение. В общем, поставил их все в ряд, включил на запись, и можете наблюдать, как они снимают в одинаковом режиме. Получается, CG-кам. Первая — это черная версия. Вторая — белая версия, которая чуть похуже, на мой взгляд, снимает. Потом идет, значит, Yekin 9HR. И Sony AS200V. Так, ну что, можете сравнить качество записи. Значит, первая идет у нас Yekin 9HR, вторая — белая модель CG-CAM 4000, черная модель CG-CAM 4000, которая, на мой взгляд, снимает получше, и Sony AS200V. Все снимают в одинаковом режиме записи, с одинаковыми настройками. Сейчас попробую, значит, звук поменять. Не поменять звук, а посмотреть. Сейчас попробуем поснимать и посмотреть качество записи звука. Значит, первое — Yekin. Друзья, всем привет! С вами канал Рыбалка с Пашком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч! Так, вторая камера, значит, CG-CAM 4000. Всем привет! С вами канал Рыбалка с Пашком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Потом, значит, черная модель CG-CAM 4000. Друзья, всем привет. С вами канал Рыбалка с Пашком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока. И Sony. Самый лучший звук, конечно, бесспорно. Друзья, всем привет. С вами канал Рыбалка с Пашком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Так, ну вот такой приблизительный тест мы сделали. Сейчас попробуем, не знаю, может быть, поснимать движение. Здесь рядом дорогу у нас поставим, посмотрим, как на движение они снимают.
как ты считаешь, какая камера лучше записывает видео? Пиши в комментариях свои варианты ответов, будет очень интересно узнать. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Всем пока.